Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка с Китая. Вот такой вот конверт. И здесь у нас так называемая смарт-кнопка клик. Посылка с Tiny Deal. Ссылочки все, друзья, найдете в описании под видео. Итак, покупал это все дело. На момент покупки стоило 20 центов. И сейчас сколько стоит, я не знаю. Но такие цены у нас были в группе «Покупай дешевле» ВКонтакте. Те, кто в группе состоит, те знают, что постоянно я выкладываю такие вот интересные предложения. Предложения по, значит, по доллару, по 20 центов даже вот можно было купить. Так что ссылка на группу также будет в описании. Присоединяйтесь, будьте в курсе. Внутри у нас больше ничего нету. Так, что мы здесь имеем? Вот такой вот пакет. Как его открывать? Тут что-то непонятно. А, вот так вот. Открываем. Внутри у нас краткая инструкция. Вот она. Так, что тут да и как? Сейчас все почитаем. А где QR-код скачивать приложение? Я не понял. Нужен же QR-код, чтобы скачать приложение на мобилу. Что это за кнопка? Это кнопка, друзья, дополнительная к вашим мобильным устройствам, к телефону, планшету. Если вам не хватает кнопок быстрого доступа, вот эта штука вам поможет. Давайте я вам поближе сейчас покажу. Вот как она выглядит. Идет чехол к ней, а внутри сама кнопка. Сейчас я постараюсь ее вытащить. Да, но вытащить, конечно, не очень таки просто. Вот она, кнопка. Вставляется в разъем для наушников в вашем телефоне. Так, я думаю, видно. Фокус. Вот. Вот наша кнопка. Здесь она нажимается. Ну и как это работает, давайте сейчас покажу. Я думал сразу QR-код скачать и вам все показать. Ну, сейчас все посмотрим. Берем мобилу. Запускаем кнопку. И втыкаем сюда в телефон. Вот, я думаю, видно, распознает как наушники. Ну, сейчас она работать у нас не будет. Вот, я нажимаю, ничего не происходит. Все это вот так вот выглядит в телефоне. Ну, нужно приложение качать. Я уже подготовил даже QR-код для скачивания, но здесь нет, надо смотреть на сайте. Короче, скачал это приложение, на сайте продавца есть QR-код, ссылка в описании там найдете. Выглядит он вот так вот, приложение Клик называется. Ну, а я также прочитал, что эта кнопка подходит не ко всем телефонам, там Huawei, Lenovo, еще какие-то, там есть перечень всех телефонов в описании найдете. Ну, я взял несколько аппаратов, сейчас все посмотрим. Итак, вот это наша кнопка, включаем ее сюда, в аппарат. Сразу нам дает выбор, что мы будем использовать, или наушники, или как клик использовать эту кнопку. Как клик используем. И вот наши настройки нашего меню, этой программки. Здесь мы можем выбрать одно нажатие, два нажатия, три нажатия, длинное нажатие, ну и короче так и далее. Что будет обозначать каждое нажатие? Ну, сейчас у меня два нажатия, это у нас будет открываться камера. К примеру, если нам надо еще что-то установить, нажимаем просто сюда и выбираем из предложенных приложений или просто свое, да? Заходим сюда и здесь выбираем. Ну, к примеру, давайте выберем музыка. Одно нажатие, это будет музыка. Активно при блокировке можем включить-выключить. Это когда просто телефон выключен, также будет срабатывать кнопка. И готово. Все, одно нажатие, как видите, это у нас будет музыка. Второе нажатие, это у нас два нажатия, это у нас камера. Ну и так далее, можем все настраивать. Но, смотрите, нажимаем раз, ничего не происходит. Нажимаем два раза. Также ничего не происходит. Просто выходим назад. Также ничего. С выключенным экраном. Такая же история. Короче, кнопка не реагирует на этот телефон. И также она не работает с всеми с этими телефонами. Здесь у меня номер один не работает. iOcean также ничего. ZTE. Yumi. И Asus.
Нигде не работает эта кнопка. Возможно, я уже пробовал и другие программки, уже устанавливал сюда. И программку даже установил, ну сейчас покажу, как называется, 360 как-то. 360 Smart Key. Это на 4 PDA я зашел, нашел там программки. Даже вот этот, вот эта программа, что на сайте Tiny Deal, она на английском и на китайском. На сайте 4 PDA можно найти русифицированную программку. То, что вы сейчас видели, это скачано с сайта 4 PDA. Ни родная, ни 4 PDA не работает, ни вот эта 360 Smart Key нигде не работает. Кнопка рабочая, телефон ее видит. Виброотклик иногда идет, ну как-то так, иногда есть, иногда нет, но приложения не открываются. Так что, не знаю, напишите в комментариях, у кого работает эта кнопка, возможно, есть какие-то приложения специальные, чтобы она заработала. Почитаем, посмотрим. А так, вот такая вот кнопочка, 20 центов, ссылки все в описании, можете перейти, посмотреть, попробовать. Ставим лайки, подписываемся на канал и ждем следующих обзоров, друзья. Пока!